Мы решили выяснить, насколько часто саратовцы страдают от аллергии и как они пытаются от нее избавиться. У вас есть аллергия? Нет. Ну, по крайней мере, еще никакая не проявлялась. У снохи на опух вот сейчас. Таблетки пьют. На цветение тополя. Грипп без температуры. Чешется вся слизистая. Горло, нос, глаза. На амброзию, на коноплю, когда цветение начинается. 96 раз я чихнул, то есть мой рекорд. Была, но я не знаю на что. А как проявлялся? Глаза слезятся, насморк. В основном это бывает летом, вот в такую жаркую пору. Наверное, что-то цветет. На цветение, на пыльцу. Проявляется кашель, температура. На пух и на сладкое. Вот на пух все чесалось, чихало постоянно. Была аллергия на сладкое. Я очень люблю сладкое. Ну вот, и когда периодически перебарщиваю с досами, получается так, то, что высыпает. На мед. Ну, пятна у меня покрываются и чешутся, и все. И на кофе аллергии была, и у детей аллергии, на таблетки были, на витамины были. Аллергические реакции на цитрусовые, когда съест апельсины. На цитрусовые. Апельсины не едим. На яйца, на сладкое, на цитрусовые. На все, кроме картошки, на мясо нет. Вот как-то вот живу. Чешусь, чешусь, и вот. Особенно весной.